Всем здравствуйте. Сегодня у нас подкаст с Геннадием Балашовым. Периодически мы общаемся. Сегодня, Геннадий, у меня к вам много вопросов. Желательно пройтись так интенсивно, потому что более месяца не общались, а у нас такая страна, когда за неделю может случиться, как за полгода в какой-то другой стране событий. Да, ты прав. Хоть каждый день стрим веди, и хватит материала, потому что достаточно разоблачения новостей. Да, да, да. Я хочу вот с чего начать. Вы знаете, как-то недавно что-то меня поднакрыло, и тут я вспомнил, более 10 лет назад вы давали такие перформансы в центре Киева возле Верховной Рады. Возле Верховной Рады вы скакали на Мерседес. Предвыборная кампания, такой заряд, люди, людям даже тогда уже это было нужно. Даже не в том плане, что это какой-то эпатаж, хотя это был эпатаж. К чему мой вопрос? Как вы ощущаете те политические возможности, которые у вас были тогда? Хотя тогда был Янукович, мы знаем, что они творили. Вы ощущали тогда какой-то политический прессинг? И если провести параллельно сегодняшние события, сегодняшнюю власть, вот у вас есть какое-то ощущение отличия? Да, его можно даже заметить, вот даже сравнивая с Кучмой. Что там Януковича сравнивать? А вот с Кучмой сравнить через Януковича. Это люди старой формации, и Кучма, и Янукович. Они, по большому счету, прошли какую-то советскую школу. Там, это сам. И когда вот почему Кучма все-таки для меня крупный политик? Он, может, как человек недостаточно там честный, но как политик он сильный был, потому что он, во-первых, выживал в системе Советского Союза, а это вечные договорняки на его уровне. И он же готовился в ЦК КПСС идти, как кандидат был уже. И с развалом Советского Союза вся его армада, а он был первый олигарх Украины, она переключилась на выборы президента Украины. Но когда он стал президентом, достаточно неожиданно для всех, потому что никто не думал, что Кравчук отдаст власть просто так. Но отдал, передача власти состоялась, что положительно сказалось в Украине в дальнейшем. Вот. Но Кучма отличался тем, что он придушивал соперников, но не убивал. И в результате у него в парламенте было где-то 5 политических групп разнонаправленных, от коммунистов, социалистов до ярых анархистов, можно сказать, и руховцев. Он всем давал поесть, не жрал сам. Янукович тоже, у него была своя бригада, он ей всей давал есть. Особенно молодому поколению он открывал этот шлюз. А вот нынешние, я бы сказал, они забрали все. Они от жадности схватили все. Им никто политическую мудрость не преподавал. Им не сказали о том, что ну вы взяли с собой, наполнили полное политическое ведро. А оно стало неинтересным. Оно стало пресным. А самое главное, что теперь все плюхи, связанные с зеленой командой, с Верховной Радой, ее никогда не любили, вот 20-30 лет. Верховную Раду не любили, правительство мы никогда не любили, вообще начальство не любили. Но теперь все это начальство и парламент, и правительство связаны с одной командой, которая всех их поназначала. И сейчас, когда там отдельные блогеры кричат, что президент работает 24 часа на 7, а я задаю вопрос, а чем он занимается? Чем полезным для меня, для граждан, для Украины? Ну, вот буквально сегодня новый репортаж, значит, Зеленский выехал и посетил Святой Собор после прилета ракет. А я задаю вопрос, а нахрена? Ты мне не нужен в соборе, там, где упала ракета. Я понимаю символ, ты расскажешь об этом, твои там зелеботы это расскажут. Но проблема ведь заключается в том, что ты занимаешься бессмысленной деятельностью. Это личный пиар. Личный пиар. И я же вижу, как фотографируют люди. Конечно, президент приехал, окруженный военными, люди будут фотографировать. А что людям делать? И выставлять в социальные сети. Ты приехал на это, конечно, это привлечет внимание. Но я задаю вопрос, ты потерял кучу времени. Лучше бы ты занялся и почитал налоговый кодекс. Лучше бы ты съездил на таможню, поговорил в очереди с людьми, как они клянут, эти дальнобойщики, всю таможню. Вместе с тобой, кстати. Как люди клянут, когда у них отбирают налоговые накладные. Но я же говорю, чем они отличаются? Тем, что они оказались всеядными. Если провести параллель от Кучмы до Зеленского, то получается, что он принял политику Кучмы в худшем варианте.
отбора власти. Вот даже это так. Он сделал. Потому что Кучма, он наблюдал по радио, по телевизору, что происходит в парламенте. Там сталкивались интересы, там боролись олигархические группы, на них можно было все это свернуть и вовремя вмешаться. На сегодняшний день у нас же нет борьбы в парламенте, все, закончилось. Да. Теперь, если с администрации президента звонят, этот ксерокс включается и дает на гора то, что они заказали. А что они закажут, кроме Решалова? Но происходят удивительные вещи. Вот я так вот по отдельным вещам. Вот сегодня так неожиданно вскользь прошла информация, что Конституционный суд все-таки в основном будут выбирать иностранцев. Угу. Борьба шла год. Иностранцы победили, наконец-то. Дальше сообщение о том, что собирают информацию США о коррупционерах. Да. Я там тебе прислал. Угу. Правда, неправда, но это хороший звонок. Сняли Ткаченко. Ага, значит, накрывают группу Коломойского. Коломойского судят, значит, выбивают их. Короче, внутривидовая борьба внутри Зеленского в самой администрации президента разгорелась нешуточно. Места мало, денег не хватает, все под контролем. И на сегодняшний день от них, мягко говоря, уже ничего не зависит. Они свой пик прошли, и теперь идет падение. Падение, назвать его режимом, ну, наверное, это режим все-таки. Угу. Я учитывая тоже мои 7 уголовных дел, это некий режим, который прячется, который даже себя победителем не объявляет, но они реально уничтожают очень многих людей. И это очевидно. Именно это... не по закону, а по недоразумению закона. Угу. Продолжая эту тему, четко я вижу и ощущаю, и вы наверняка, как людям не то чтобы даже коверкуют информацию, им просто не дают информацию, полную картину, им людям не дают увидеть полную картину. И какой последний трюк они начали использовать, включая современные технологии? Они создали пул телеграм-каналов, где очень, ну я для меня примитивно, но все считают почему-то очень мастерски манипулируют общественным мнением. Они закидывают туда разного рода опросы, показывая якобы, что у Зеленского рейтинг 80%. Тут же закидывая вопрос, например, о Порошенко, как поддержка, и там будет 10%, они показывают, вот смотрите, ребята, как на самом деле все отлично. И закрывают комментарии там, где им это невыгодно. Там, где им это выгодно, они открывают комментарии. И людям преподносят вот эту популярную, как сейчас везде эта фраза, «Царь хороший, бояре плохие». Вот такую вот мантру посовывают, что Зеленский хороший, ну поймите, война, вот как вы сказали, он не успевает все, он 24/7 занят войной. А вот там плохие, там плохие. И что я вижу на примере Арестова? Арестов, я достоверно знаю, бывший бизнес-партнер его жены там по рыбному бизнесу. Это крупный бизнес. И там они все внутри квартала и около плавающей связаны. Что происходит вот в информационном поле? Какая их конечная задумка? Это полностью настоящая цензура? Полностью выбить из всю картину у людей, чтобы они видели только то, что им власть хочет показать? Это хуже, это глупость, потому что, смотри, основной опасностью сейчас вот в информационном пространстве, в мире, об этом и Маск говорил, о том, что если вот появляется искусственный интеллект, то что он делает? Им первыми начинают пользоваться люди без мозгов, вместо мозгов. То есть он же не выдает вам полностью информацию, он интерпретирует ее. А человек без мозгов воспримет ее как истину последней инстанции и начнет выдавать на гора. При этом человек, пользующийся искусственным интеллектом, он будет думать, что он страшно умный, потому что он обладает технологией. А технология простая. Запрос даешь, он тебе отвечает. И в результате у нас получается искаженная картина мира. И основной опасностью сейчас в политической деятельности, и вот военной, это очевидно сейчас стало совсем, это дипфейки. Угу. На основе дипфейков люди принимают решения и что-то делают. И вот этот дипфейк, разоблачение его, становится основой. И вот эти ребята, которые сейчас... Это, кстати, и в Кремле, вот я начал замечать параллельные вещи. Это и Кремль делает, это делают и украинцы, это делают и белорусы. Они на самом деле уже перешли на дипфейки. Вот, например, россияне, они все время побеждают. Они уже допобеждались до того, что у них полармия исчезла, у них техника исчезла. Но они все время побеждают, продолжают крушить, разбивать. То же самое происходит с нашей стороны. У нас все хорошо на самом деле в команде Зеленского. Зеленский работает, все остальные отдыхают.
И вот этот дипфейк становится основной опасностью. Потому что люди с мозгами, они подтянутся позже. К этому искусственному интеллекту он им сейчас не нужен, потому что у них собственные мозги есть. Вот я даже спрашивал здесь, ну, общаюсь там со знакомыми сына. Я говорю, а вы пользуетесь этим? Да, мы пользуемся. Ну, смс-ку написать, email кинуть, составить договор с кем-то. Значит, в таком утилитарном виде. А эти люди без мозгов, они хватают информацию оттуда и выбрасывают как последние инстанции свои суждения через искусственный интеллект. И плюс добавляются к этому вот эти дипфейки. И мы начинаем, мы все сидим в дипфейках. Когда ты начинаешь анализировать и смотреть на вот этих блогеров военных, и ты же понимаешь, они на войне и близко не подходили. Они смотрят карты с того же интернета, что и мы, только они интерпретируют его и рассказывают, что они как бы участники этого дела, хотя их там близко нет. И они нам дают эту ложную информацию, и наша задача сейчас, возможно, рассказывать людям о том, чтобы на что обратить внимание, чтобы разобраться в этом. Вот да. Есть один фейк, который они запустили, например, что меня это касается, потому что Зеленский с военными парализовал работу целого правительственного квартала, а там люди живут, там огромное количество бизнеса было, они его просто блокировали и ходят. А мотивируют это тем, что были диверсионные группы, нападали, и были даже расстрелянные чеченцы прямо под Банковой. Я думаю, это дипфейк. Они рассказывают, но его же рассказывает от провластных блогеров, ближайших советников, до самих руководителей государства, и весь правительственный квартал верит в то, что были вот эти люди. А я говорю очень просто, как проверить, где фотография? Они говорят, нельзя было фотографировать это распространение информации. Я говорю, хорошо, поймали кучу диверсантов, почему по телевизору не показывали? Но это же пиар, потому что их не было. Они и близко не дошли. Был случай, когда постреляли немного своих, ну там это же неразбериха была. Я в это время был в Киеве. И постреляли, кровь была, наверное, но чья? Но они вот так выкручиваются, через дипфейки. Это и наше правительство, и наши власти, и в том числе люди, которые контролируют ботафермы. Без мозгов, кстати. Вместо того, чтобы создавать государство, а государство это разные мнения, люди без мозгов захватывают свое предприятие, парализуют работу СМИ, а так как СМИ много, надо создавать дипфейки. Они же все киношники. На самом деле и Кремль это киношники. На самом деле сам Путин поднялся на дипфейках. Когда взрывали собственные дома, побеждали в Чеченской войне. Очень много было дипфейков. Сейчас это перенесло с нас, мы занимаемся тем же самым. Это значит, что у того общества и у нашего одинаковая болезнь. И вот эта одинаковая болезнь заставляет их действовать параллельно. Мы находимся параллельным курсом. Это две страны, и остальные тоже постсоветские, они нуждаются в очередном витке перестройки. Когда мы с тобой спросим, а что такое очередной виток перестройки? А это разгосударствление. Длинное слово. То есть государство должно становиться меньше, а бизнеса больше. Владельцев. Вопрос собственности, отношения к собственности. Сегодня происходит обратный процесс при Зеленском. У нас становится больше государства, больше контроля. Именем войны. Они вообще именем войны решили вообще никого не слушать, не смотреть. Какая разница? Мы вам все покажем. Да. Правду расскажем потом. Да. Скажите, а вы, продолжая информационную тему, вы много контента потребляете сейчас? Ну, я каждое утро просыпаюсь с того, что я открываю и начинаю смотреть, не бомбили ли нас. Начинаю отсматривать, у меня там есть круг какой-то, я закидываю. И потом делаю выводы, потом присматриваюсь к информации. Ну... пытаюсь анализировать. Но должен сказать, что и я попадаюсь иногда. Ну, я хочу во что-то верить. Да. Ты хочешь во что-то верить, это используется, тебе подкидывается это. Ну и получи. Ходишь, теперь сам распространяешь дипфейк. А YouTube много смотрите? Ну, меньше, но определенных блогеров я слушаю. Потому что я оттуда выуживаю информацию о том, а что будет происходить. У каждого же есть своя доля информации. Потом я их делю на запчасти в том плане, я
пытаясь установить, кто на кого работает, на какую башню Кремля. Эти работают, потому что оказалось, русские блогеры хорошие просто работают на 3 или 4 разных башни Кремля. Угу. Вот. И они часто маскируются под очень хороших украинцев. Прямо друзей наших. А потом вылазит такой нарративчик. Полетел. А не хотите ли вы сдать территории? Полетел. А надо ли вам столько жертв? Ну и так далее. Поэтому нарративы, которые они распространяют, они опасны для людей, потому что они создаются тоже на основе дипфейков. Угу. Смотрите, по поводу блогеров. Сейчас я говорю про украинских, я не знаю, наблюдаете ли вы такое, потому что не знаю, кого вы смотрите. Пошло некое смещение, я не говорю, что это плохие люди, пошло некое смещение, очень много появилось таких философских, глубоких рассуждений про Украину, про наше общество. Вам не кажется, что это сейчас, в данном случае, смещение фокуса не туда, в то время, когда сейчас людям нужно как раз рассказывать простые прагматичные решения, где наша проблема? То есть, если Ткаченко делает фильмы, ну мы тут с вами точно сходимся, то нужно Министерство культуры ликвидировать, помимо Ткаченко, Министерство культуры убирать и так далее. Это не дело государства, это дело частного сектора, снимать патриотические и любые другие фильмы, продукт делать. А нам начинают это подсовывать, я говорю, может быть, не со зла, вот это глубокая философия, нужно вот это, может быть, сейчас самое время людям прагматично, конкретно рассказывать, что вот проблема, точечно, ну, примерно то, что мы с вами делаем. Ну, на самом деле, и ты, и я, мы философствуем, каждый на своем уровне. Часто у нас не хватает знаний дофилософствовать до Канта и его последователей, но, тем не менее, мы философствуем на современный манер, мы рассуждаем. И сейчас скорее, я вот смотрю даже по блогерам, ты спрашиваешь кого, вот я слушаю там Венедиктова Пастухова, да? Мне Пастухов нравится как философ, он меня интересует, потому что его рассуждения, они приводят к хоть какому-то пониманию чего-то, что куда движется. И поэтому я тоже стараюсь именно находиться в философии. Я же изначально говорил, я бизнес-философ. Да. Почему? А я бизнес-философ, потому что у меня просто образовалось много времени свободного. Мне не надо добывать кусок хлеба, я могу пофилософствовать насчет бизнеса. О котором нет времени философствовать бизнесу. Им нужны готовые рецепты, что хорошо, что плохо. Но нас и забивает вот этот вот трэш по телевизору и ютуберов, эти ботафермы созданные. И они забивают любую здоровую мысль, а развивают нездоровую, которая им нужна. И я его просто вижу, часто появляются философы. Да он не философ, он пропагандист хитрый. Спрятался под философом. Очень много пропагандистов чистых и сложных появилось. Завершая информационную тему. Сейчас очень много появилось так называемых экспертов. Модное слово, все эксперты. И что меня в последнее время, это буквально вот недели две меня как-то, может, я не обращал так внимания, очень много азербайджанцы из Израиля, из России, из Белоруссии. Все иностранцы озабочены Украиной вдруг стали. Это, ну, может, на самом тоже деле это русскоговорящий сегмент, который вдруг из-за войны России и Украины, они увидели возможность развивать свои блоги. И сидит там человек в Вашингтоне, раньше он никому и не нужен был, а сейчас он военный эксперт. Или они используют очень удачно и грамотно рассуждают. Мне некоторые нравятся, как рассуждают. Но на самом деле там есть очень простой интерес. На этой волне хайпа поднять себе в том числе и узнаваемость, и заработок. Ведь надо не забывать, что, вися на этой теме, многие люди просто отзолотились. 1,5 миллиона. То есть используют Украину. Просто 2 используют миллиона. Поэтому мы как-то проскочили. Нам не удается так. Им удалось. Ну, а я заметил, как они работают. Люди ожидают победы, значит, должно быть заголовки «Победа весной». Все включились, смотрят, обсуждают, отлично, победа весной. Весна проходит, ни хрена. Все забыли. Люди так дружно забыли о 2 неделях победы. Через 2 недели закончится война. Все забыли, что войны не будет. Все забыли, что, ну, война вот осенью. Новая появилась от Резникова, он сказал, что весной. Да. И так далее. Они стали трепать языком без знания, чисто для хайпа. Хайпажоры. И вот это хайпажорство, не знаю, мне, я раньше тоже любил похайпажорить. А вот в этот раз мне не очень хочется. Угу.
потому что их слишком много. Нет, денег мне хочется, и просмотров хочется, хай пожурить не хочется. Угу. Я понимаю, о чем вы. Скажите, Баканов, бывший глава СБУ, друг детства Зеленского, юрист 95-го квартала, по состоянию 24 февраля числился главой СБУ, ни разу не выступил, неизвестно, был ли вообще в Украине, тайна покрыта мраком. Что мы видим? Баканов получает в один день с сестрой Татарова адвокатское удостоверение, типа становится адвокатом. Все у него в жизни хорошо. Как оказалось, он даже не был вызван ни на один допрос ДБР. BBC это опубликовало. По Наумову ничего, по Кулиничу этому ничего. Червинский сидит. Это же то же самое, что в России у нас, или не так? Ну, практически да, потому что устраняют политических конкурентов. Просто они не так очевидны, на них ничего не говорит президент. Но с одной стороны, вот эти все структуры ГБР, оно же это орган прикрытия администрации президента. Если кого-то находит НАБУ, важно, чтобы узнала администрация, и туда быстро прибежала ГБР, для того, чтобы похоронить дело. Сейчас все, что попадает, ведет ГБР, надо очень внимательно смотреть, а не операция ли это прикрытие. Прикрытие происходит следующим образом. Они заводят уголовное дело, проводят обыск, никому не отдают через прокурора, а потом пропускают срок. Угу. И человек через два месяца идет себе спокойно, все, возбуждать нельзя, сроки пропущены. Это старая схема, она еще после Майдана была задействована тогдашним прокурором Магнитским. Ага. Плохо они тогда зарабатывали на гостинице «Хаят» на этом. Я боюсь себе представить, сколько сейчас зарабатывают они на операциях прикрытия. И когда я спрашиваю, а зачем Зеленскому два смотрящих за судами? Ну зачем? Ну, если тебе ты берешь двух смотрящих за судами, значит ты лезешь в судебную систему. Ты уже нарушил закон. И когда вы вместе с ними этим занимаетесь, то у вас это отмывочная станция. С одной стороны прикрытие, с другой стороны травля политических оппонентов. Возможно, там год назад на мне отработали схему. Она хорошо работает, блогеры не поднялись. Ну, можно душить, а чего нет. Ты человеку 7 уголовных дел навешал, ему есть чем заняться теперь в жизни. Лет на 5 вперед. Mm-hmm. Поэтому а своих они прикрывают. Вот то, что ты сказал, там, сестра вылезла, там получил, никто не преследует. А что ГБР будет расследовать это? Им что, команда поступила посадить Баканова от президента? У нас ведь люди склонны к диктатуре. Каждый из нас тут, так как неразвитые личности, мы все немножко диктаторы. Как, знаешь, подростки. Отдайте мне всю власть, я буду правильно руководить. И у нас и власть подростков, и склонность к диктатуре приводит к тому, что люди целятся и верят диктатору. И даже такой, как Зеленский, для наших людей, я просто был поражен, как быстро Зеленский превратился в чистого диктатора. Вдруг окружение начало говорить, критикуйте кого угодно, кроме Зеленского, кроме дракона. А дальше они больше, дракон всегда прав. Дракон наблюдает за всеми. 24/7 работает. Всех видит, всех чует, всех почует. Я помню, Янукович всех чуял. Почую кожного. Тоже дракон был. Они все время, у нас из человека, вот из общества, вылазит дракошка. У нас люди ж не для того политикой интересуются, они за схваткой смотрят. Что, кого, куда, нагнем. Стадион так стадион. Как он его наклонил. А по большому счету задача с президента, чтобы в стране спокойно было. То есть в том числе и оппозицию развивать. Он же президент не слух народа. Он же президент всей Украины. Значит, он должен сохранять не только Конституцию, но и оппозицию. Он травит оппозицию, забирает у них весь парламент, все отовсюду выталкивают. В результате куча профессионалов вне игры. Их даже не используют, у них даже не спрашивают. А кто взамен? А взамен вот это вот зеленые люди, которые сидели то ли в офисе олигарха, то ли в госкорпорации, давно пилили что-то, но с нижней ланки. А их только раз, и они первые лица страны. А мозгов как не было, так и нет. И склонности что-нибудь создать тоже нет. И в результате вот мы имеем то, что имеем, все время находим. Вот, они же даже украсть не могут. Крадут, а потом вляпался. А ты думаешь, ты что, ненормальный что ли? Ты что, не мог спрятать это дело? Ты не мог тише себя вести?
он военком, ну, в тот все явился в суд. 600 евро. Да. Вот это говорит о том, вот эту, это поколенческое. Вот он собрал вот этих вот людей вокруг себя, засунул во власть. У самого тоже нет никаких идей. И, к сожалению, не учится. Угу. Я сегодня сравнивал там со сказкой Буратино. Ну, вот если там представишь, что он Буратино. Но и он хочет быть живым. А если он хочет быть живым, начни учиться. А не ищи себе кота, лису, Базилио. Начинает искать себе партнеров, мошенников. Они его используют как мула, катаются на нем по зарубежью. То есть подсказывают ему, что давай, давай, пиарься, пиарься, пиарься. А мы о стране сами подумаем. Угу. Мы правильных людей расставим на госкорпорации. И может никто не подсказал, слушай, у тебя же пока госкорпорации, ты же от коррупции не избавишься. Надо продавать все госкорпорации. А им в голову, ему же никто не сказал об этом. А я думаю, что ему и не скажут те, кто сидят на госкорпорации. Конечно, конечно. Говорят, все нормально, скоро наладим выпуск патронов. Ага. Как налаживали, так и наладим. А если, давайте попробуем копнуть глубже, как бы в его, ну это не назвать мотивация, скажем так, влезть ему в голову. Мне рассказали такую историю, приближенные люди к офису президента, когда был главой офиса Богдан, почему Зеленский вообще первая мысль его турнуть возникла? Потому что Богдан вроде как делал ему нервы. То есть он ему самую мелкую проблему докладывал, и Зеленский все время сидел на стрессе, и ему это надоело. Но я примерно могу это ощущение понять. У меня тоже когда-то был такой директор там на предприятии, который минимальную проблему пытался мне сообщить, пропустить. Это надоедает. Но с другой стороны, нельзя создавать теплую ванну. И вот как было с Ермаком, это так, как мне рассказали, я не утверждаю, что Ермак сказал, слушай, я весь негатив зацикливаю на себя, я тебе там не буду вообще трепать нервы, ты занимайся творческими делами во главе государства, а я всю рутину, вот эту вот весь стресс, весь негатив возьму на себя. Ну, это же неправильно. Ну, я еще глубже психологически нашел для себя ответы. Туда еще глубже с точки зрения психологии посмотреть. Когда ты зашел в ресторан, там у нас индийский ресторан достаточно дорогой, и вдруг вижу в ресторане, ни охраны никого, сидит президент, сидит Богдан, к ним пришла Маркарова и пришел глава банка национального. Что-то они там терли. Но меня больше заинтересовало, как сидели они. Вот рассадка, она всегда о многом говорит, когда сидят два человека. И Богдан сидел как отец. Знаешь, как, глядя на выход, контролируя пространство, локти на столе и очень так развязно ел. Отламывал красиво хлеб, ел, что-то предлагал даже Зеленскому, а напротив сидел Зеленский, как на приставном стульчике. Костюмчики такой, он немножко потерянный, смотрел, тут уже Маркарова пришла, и это глава Национального банка, что-то они начали тереть. Вот это показывало то, что Богдан занял позицию отца. То есть он ему говорил, я знаю, как делать, делай вот так. А вот для Зеленского позиция отца враждебная. Его вырастила мать. Потому что отец все время командировки, там где-то они в Монголии были. Отец все время, знаешь, как в те годы отец всегда куда-то ходил. И потом возвращался. И он с матерью вот это жил. А вот Ермак занял позицию матери. Заботливой матери, которая действительно себя берет весь негатив и заботится исключительно о ребенке. А при этом мать всегда внушает, все отцы козлы, с ними надо бороться, их надо... Короче, их надо как-то вот не слушаться, во всяком случае. И в результате вот его жизнь пошла так, что у него всегда конфликт с отцом. Вот там Масляков, они сошлись, обругались, он его послал нахрен. Потом еще с каким-то там, с кем там он сошелся, работал на Ахметова, послал Ахметова, перешел к Коломойскому. Сейчас он стал президентом, сейчас он начал посылать по очереди европейских лидеров. Размялся на главе этого... Беном Уоллесом, главе британского... Минобороны, да, министра обороны. Да. Я думаю, что скоро он попытается послать Байдена. Потому что он заряжен на это. А человека, который его сдерживает, сейчас нет. Что там стоит Ермак и говорит, это обалденно. Ты просто сегодня ты просто потрясающий. А давай-ка съездим в монастырь, куда упала... ракета. А ты там будешь еще более потрясать. А задашь ему вопрос, а чем ты занимаешься? Вот ты в дороге провел, ты задействовал кучу войск, чтобы тебя же охранять надо. Разогнали людей, наверное. Ты зашел туда и что сказал? Как подмели?
Угу. Тебе рассказали, что это полезная деятельность. Это не полезная деятельность. Поэтому вот психологические корни туда. То есть, если кто хочет залезть в голову к Зеленскому, помните, он ищет материнскую фигуру, которая будет заботиться. У него так был организован 95-й квартал. Все вокруг него, он в середине, да. Главный мальчик. Да, главный принц. И ему самому это может принести огромные неприятности. Потому что мы же видим, Саакашвили такой же золотой мальчик, сейчас сидит. То есть кульбит проделал. Они все проделают этот кульбит. Потому что они не могут остановиться. Он сегодня рассуждал, что останавливает нарцисса. Нарцисса останавливают деньги, возможности общества. Что сейчас останавливает нарциссические наклонности Зеленского? Денег немерено, общество льстит, народ готов стоять на коленях, мир аплодирует. Ничего не останавливает то, что нарцисс может сойти с ума. И яркий пример, он может посмотреть за поребрик. Там сидит сумасшедший дядька в подвале, чисто законченный сумасшедший нарцисс. 10 лет назад сошел настолько с ума, что решил развязывать войны и бороться с Соединенными Штатами Америки. Вот яркий пример другого нарцисса. Это изменение психики. То есть люди сходят с ума от власти, оказывается. Бог наказывает очень простым методом. Он лишает разума. То есть вы думаете, что это власть, когда ты получаешь власть, это не раскрывает твои истинные качества как человека? Это все-таки меняется человек? Он раскрывает самое подлое в человеке. Он высвобождает вот эту вот, есть инь и янь, да? Он темную сторону высвобождает. Потому что тормозов нет. Что такое общество? Это сплошные тормоза. Плюнуть нельзя, жевать нельзя, сюда ходить нельзя, налоги воровать, короче, все нельзя. И человек вырастает в постоянном стрессе, но сдержанным. Он умеет управлять своими эмоциями. У него неврозы могут быть городские, воспитываться. А когда человеку снимается этот тормоз, дело в том, что постсоветские республики, у нас нет институтов сдерживания. Вот у Байдена он бы тоже готов сойти с ума. Все это любят. Лесть, деньги, славу. Но останавливает общество. Да я, стопе. Тут ты не можешь по закону, тут ты не можешь по закону. И вообще у тебя срок заканчивается через год. Тебе надо на выборы идти. А вот у диктаторских режимов, у них вообще бездонная бочка. Вон картофельный генерал уже на Польшу нападает. Это же сумасшествие. Да. Вот они все сходят с ума от вседозволенности. Потому что у Украины тоже нету защиты. Общество не защищено от диктатора. Института власти нет сдерживающих факторов. Его должен сдерживать парламент. Во главе парламента должен стоять человек, который говорит: Зеленский, иди нахер, будем принимать вот это. Ты не прав. Есть такой? Ну, нет. Бывают острые вопросы. Или глава правительства, назначенный парламентом, должен быть важнее президента. А у нас президент в неконституционный способ при помощи смотрящих за судами захватил всю власть, и все сидят дрожат. Общество не готово сопротивляться. Вот я думаю, что если бы с американцами так поступили, они бы тут все за оружие взялись. Потому что да, он не может себе представить, как это 200 лет существовало нормальный институт, кто-то пришел и ее захватил. Этого не может быть, потому что это не может быть никогда, институты сдерживают. Это началось еще во времена Вашингтона, когда Вашингтон тоже подталкивал челядь. Все, ты король избранный, вечно будешь нами править. Он говорит: нет. Два срока. И называйте меня не ваше сиятельство, а мистер президент. И с того времени очередность меняла постоянно. Только Рузвельт, по-моему, на третий срок пошел. Да, а да, так да, два да. Срока и все. Общество не позволит на третий срок идти. Угу. Вы сами вспомнили Лукашенко. Скажите, вот то, что я сейчас вижу, это же полностью ручное управление Лукашенко-стайл, мы видим в Зеленском. То есть всплывает какая-то проблема, вот как сейчас с этим Арестовым, там, с Дубинским, то, что они выехали за границу, там, полулегально, нелегально. Все, его там раз пять, этого, там, ребята по бизнесу, кто вам мешает? Давайте за закрытыми дверями будем решать, рядом будет сидеть Татаров. Это же ты не выстраиваешь систему правильную, значит, у тебя нет в голове концепции. Ты видишь проблему,
разорвать его, там какого-то чиновника. Ну, поменяется фамилия, система прежняя, и через месяц возникает такая же ситуация. Но он уже четвертый год у власти. Неужели он настолько, ну, я не хочу сказать бездарный, он настолько некомпетентен, что он не понимает таких элементарных вещей? Это же даже, когда ты некомпетентен, уже интуитивно чувствуешь даже такие моменты, мне так кажется. Думаю, нет, потому что ты смотришь с точки зрения общества и блогера, а он смотрит с окна своего автомобиля, с кортежем. У него есть другая картинка мира, что на него все нападают. А тем более, если окружение говорит, вы в опасности, вы свет в конце тоннеля, вы там великий человек и все. Понимание вряд ли есть у него и было того, что делать с Украиной. Но мы видим, что если процессы такие же происходят в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, то все постсоветские страны, это молодые страны, которым всего 30 лет, это одно поколение. И здесь очень важно, чтобы вот эта преемственность перестройки через трудности, взлеты, падения прошла, и началась вторая волна, а потом третья волна. И только в третьей волне мы увидим свободных граждан, защищенными институтами власти. На сегодняшний день происходит очень простая борьба поколенческая. Эти люди пытаются сохранить Кучмину эпоху. То есть управляемый бизнес, получать себе дивиденды, мои деньги в офшоре, а вам закон, налоги большие, но я могу их не платить и так далее. Но в современном обществе это уже не получается. Оно сложное. Появилось НАБУ, появились американцы. В конце концов, почему Украина немного более демократичная, чем та же самая Россия? Ресурсов мало. Мы сильно зависимы от Запада. Запад нас заставляет принимать правильные законы. Вот Конституционный суд, Верховный суд, они должны быть независимы. Они формируют их. НАБУ, пожалуйста, должно работать. Ловить вот этих преступников. Это время. Просто надо время, чтобы пришли другое поколение. Я все время говорю о другом поколении. Это поколение, которое родилось в 90-е годы, оно воспиталось в разбитых семьях. Потому что папы, если богатели, уходили от мам, а если беднели, то мамы вместе с чадами уходили от пап. То есть вот эта вот вакханалия 90-х, она была все время. Потому что одни разорялись, а другие становились сказочно богатыми и тоже не могли справиться с этими деньгами. Как и с властью часто не могут справиться люди. Вот такие. Это не совсем взрослая личность. Вот если мы даже, ты же в Америке находишься, ты когда с американцем, ты понимаешь, что он, ты как интуитивно чувствуешь, что он мне как отец. Он мне подсказывает, что-то учит меня, что-то простые вещи говорит. И ты чувствуешь невольное уважение. А мы все-таки подростки остались. И мы также смотрим на их, какая у них сложная система, они еще сложного не доказывают. Оказывается, просто есть правила, которые они неукоснительно соблюдают. У нас ведь народ-то хитрый, а хитрость – это не признак ума. 100%. Это признак убедить людей, что он у тебя есть. Да. А признак ума – это правильные поступки по жизни. И они проверяются временем. Я не думаю, что администрация президента, проверенная временем, уцелеет. Деньги у них будут. Утянут они много. Что они будут с ними делать, я не знаю. Может быть, Зеленский пойдет на второй круг, но думаю, что парламент его уже размоет. У него не будет большинства в парламенте, значит, он потеряет резко власть. Если он потеряет резко власть, влияние на парламент, то он, в принципе, станет неинтересен. Ну, он же ничего не проповедует, а власти нету, не назначает. Ну, пойдем тогда к премьер-министру, он и деньги распределяет, и назначает, и вообще там сытнее. На сегодняшний день вот мы находимся в неком психологическом переходном этапе. Вот Украина может выбрать путь становиться нормальными, а это учиться, это быть живыми, это ценить жизнь, это ценить каждую свою страну, ценить, то есть сделать ее свободной. Вот то, что мы все время повторяем, а люди говорят, хватит повторять, мы уже запомнили. Свобода передвижения товаров, денег и людей. И для меня это как линейка. Вот я прикладываю к политику линейку, вот к администрации президента, линейка очень простая для Украины. Свобода передвижения денег – ноль, даже минус, сплошные ограничения, пользование карточками, переводов, деньги 25% дай им этот
как она, учетную ставку. А, да. Свобода передвижения товаров — это вообще караул, таможня стоит. И свобода передвижения людей — мы знаем, что люди сидят, мужики, по домам, разваливаются семьи, и мы опять на 30 лет уходим вот в это кольцо развалившихся семей. Потому что эти дети, кто в Европе, папу не видит, мама нашла, папа тоже найдет. И понеслась. И теперь они пишут статью: надо вернуть как-то 2,8 миллиона работоспособных женщин. А как-то ты что, да? Ага. А вы налогов добавьте, они еще вернутся. Пару миллионов в другую сторону. Ну, это была оценка Bloomberg, американцев. Они сказали, что если там 2,8 миллиона женщин работоспособных не вернутся, то это, по сути, будет крах ВВП нашего послевоенного. То есть ничего не получится. Они же не говорят, как. А я, да, никто не говорит, что они говорят, надо вернуть. Но я тебе другое скажу, что экономики современные, вот российская, что меня успокаивает, украинская, что и почему Путин не может развернуть мобилизацию в современном обществе. Очень тяжело изъять миллион молодых людей из экономики. Потому что начинают останавливаться офисы из-за отсутствия айтишников, дворники не выходят на работу, сантехники исчезли в боях под Бахмутом и так далее. Плюс еще надо кормить, отсюда исчезли люди, исчезли рты. Некого кормить. Представляешь, миллионы взять. То же самое с Украиной. Мы упираемся в то, что экономика перестает работать, когда вы изъяли из нее там 300-400 тысяч да. работоспособного населения. И получается, что современное государство не терпит не только диктатуру, он просто не справляется. Видно по Путину, то и по Зеленскому видно, то и по фюреру картофели видно. Они все не справляются просто-напросто. Ну а что делать им, когда не справляются? Орать на подчиненных, быть символом, воевать. Вот тогда mm-hmm. будем воевать. Потому что война — это единственный выход. Оправдание вообще твоего присутствия здесь. Зачем администрация президента в мирное время? Мы же помним. В мирное время, я помню, Зеленский приезжал и купался в этом море вместе с Богданом. Да. Мы тогда задавали вопрос: чем ты занимаешься, блин? Ты ездишь купаться в этом море, потом шаурму ешь на какой-то заправке, потом еще где-то пиаришься в Тесле с Богданом. А потом приходит война, а что изменилось? Mm-hmm. Декорации. Да, и все. А персонаж тот же самый. Ну, я бы посоветовал Зеленскому сменить декорации на мирные, одеть мирный костюм и заняться бизнесом. Не самому, а условиями. Взять себе, написать на футболке красивый там «Финансовый рай» 5-10 и вперед из песни на 95-й квартал. И если бы он это начал, то, наверное, бы он вошел в историю как самый изменившийся диктатор, который прозрел, как говорили на Салазара, по-моему, в Португалии, говорит, богом посланный диктатор. Mm-hmm. Почему? Потому что от войны удержал, не вступил в Отечественную войну. И второе, привел Португалию прямо в руки Соединенных Штатов Америки. И сдал. Поздал, умер в постели, кстати. Да. Вот изменения, но, которые, кстати, могли себе некоторые личности позволить. Диктаторского. Это не говорит про... о том, что они, наверное, взрослели. Ну, наверное, вы просто вот мне напомнили про эти все поездки тогда с Богданом и сейчас. Для меня лично, я никогда не был фанатом 95-го квартала как шоу, их юмора. Мне кажется, это просто признак, что, наверное, там все-таки не так все талантливо. Наверное, там все-таки причина успеха была исключительно политическая сатира, которая, да, в нашем думаю, обществе... Да, тебе не нравилось следующее. Дело в том, что если вот психологический анализ шуток провести, то у них есть же такое понятие, что юмор появляется у человека после 13 лет. Угу. Если юмор после 13 лет не появился, это значит, что человек застрял на уровне 12-10 лет. У нас большинство населения такое. У них на самом деле нет юмора. У них есть пересмешничество. Ударился ты головой об стенку, ну там проходил, споткнулся, они хохочут. И вот 95-й квартал с этой точки зрения очень потакал народу по телевизору. Потому что они насмехались над недостатками политиков. Ну, примитив. Они, да, такой примитив выдавали, там у них тупой, как его, Каланча, Кличко,
Он всегда выходит тупой. Угу. Ну, вы просто сделали человека тупого. Во-первых, он не такой уж и тупой. Во-вторых, он шахматы шикарно играет. И вообще, стать чемпионом мира, надо быть достаточно умным. Да, он не там, не Соловей в разговоре, но достаточно умный. Тимошенко, Воровка, однозначно, там вот это все, крестьяне. А все же это делалось по заказу кого? Коломойского. Он ему давал список. Мочить там Ляшко. Да. И они вот это пересмешничество 12-летних детей, которые смеются над недостатками других людей. А свои рецепты решения, они тоже иногда, потому что они такие же 12-летние дети без плана на будущее. Угу. Но правда это лицемерно, когда он годами занимался политической сатирой, президенты менялись, премьер-министры менялись, там, короче, политический бомонд менялся, его никто никогда не тронул. И тут он пришел к власти, человек, который занимался политической сатирой. Люди посмели выйти в YouTube, ничего личного к нему не имея. Мы все, и вы, и я, мы для Украины хотим, и другие, кто вещают. Мы же не то, что лично там какой-то партийная касса, условный Порошенко. Мы для Украины хотим, нас это изнутри разрывает. И он это так болезненно воспринимает. Мне рассказывали, он кипит, когда он видит что-то на себя в соцсетях. Но дело в том, что он же первый показывает поведение недоразвитой личности. Дело в том, что и до него правители, например, не пускали на сцену, пускали только 5 политических сил, которые вот разрешенных. А когда Майдан закончился, они начали не пускать к Майдану никого. То есть вычеркивая их буквально, что они не участвовали в Майдане. Это не их люди. На самом деле, на протяжении вот многих лет, вот удивительно, что вот мы прожили 30 лет после становления Украины как независимого государства, а еще не пришло те взрослые люди. Ну, хотя бы 16-летки должны прийти. Я не говорю, что туда вы должны прийти. По своему развитию. Пока мы имеем дело с вот такими личностями, которые, когда выбираются, то есть, когда они идут наверх, они кричат «свободу», а когда приходят туда, понимая, что на этом лозунге не пришли, запрещают слово «свобода». Я же помню, выводил людей на Майдан, защищать эти кофемашины, там все. Мы палатку притащили огромную, чтобы разбить. Аваков, который отстоял на Майдане, кричали, что Майдан не трожьте, это самое. Эту палатку снесли в мгновение ока. Полк явился сносить. Вот так вот смяли ее, чтобы, не дай бог, палатку не поставили. Почему? Потому что они Майдан не допустят. Те, кто пришел с Майдана к власти, Майдан не допустят. Так же, как и эти, те, кто пришли с политической сатиры, не позволят шутить над собой. Он теперь король. Это вчера вы могли шутить. А сегодня он вам не позволит шутить над собой. Да, меня это, конечно, удручает. Геннадий Викторович, хочу вопрос. Меня сейчас в последнее время очень сильно тревожат вопросы, которые я наблюдаю в обществе, вообще вопрос общества. К людям мы сейчас перейдем. Смотрите, я заметил, начали лепить новых героев для людей. И вот как вы только что точно сказали, как 12-летки, то есть уровень развития общества, таких и героев, мне кажется, лепят. Вот в частности, Поварознюк сейчас с телемарафона не вылазит, с него явно лепят там вот нового героя. Понятно, он пойдет в политику, понятно, там задействован офис президента. Что происходит все-таки? Я понимаю, молодая страна, я осознаю это. Но достаточно много на наш век уже перепало. Информационные технологии все равно, я считаю, должны процессы пушить быстрее. Это не так, как раньше по книгам, по писаниям передавалось. То есть народ должен быстрее умнеть, быстрее разоблачать. Даже если ошиблись, все, здесь ошиблись, поехали дальше. Но опять нам подсовывают... Управляемую демократию. Да, вообще героев таких. Да, потому что надо сформировать героя, разрешить героя. Но это же делал, мы вспоминаем, это же делал Янукович в программе «Шустера». Там сидело 5 политических разрешенных сил, которые пятером попали в парламент, и там работали все на администрацию Януковича и на Русню. Да. То же самое каналы Медведчука творили. Они допускали определенных людей, и те постоянно перетирали темник, который они им давали опять в русской композиции. Эти делают то же самое. Есть темник, будем обсуждать это. Но самое главное, а что ты ждешь? Если советники такие. Ну, Подоляка служил там, служил позже и служит сейчас. Одинаково. Ему что Бродскому служить, что Зеленскому. Главное быть услужливым, вежливым, тихим
и записывать, что хочет вождь. Да. И предлагать какие-то сумасшедшие прожекты. Это, опять же, кто формирует команду. Если Зеленский поменяет двух человек вокруг себя, ну, допустим, на тех, кто что-то хотят сделать, они начнут делать. Я не знаю, может, они и справятся. Но они начнут делать. Но они начнут, должны хотя бы заявить о том, что мы хотим сделать финансовый рай. Зеленский говорит, хорошо, мне нравится. А давай делать финансовый рай. Что для этого надо делать? Ну, для начала назначь хоть кем-то, чтобы я распоряжался. Чтобы меня слушали хотя бы. Поехали с этого. Назначь. А дальше ты даешь программу. Принимаешь, и ты начинаешь назначать людей, которые будут делать эту программу. Но когда ты ничего не делаешь, ну, ты же не знаешь. У тебя тогда появляется такая цель. Вот победим, тогда будем делать. Что вы будете делать? До войны вы делали то же. Сейчас вы делаете то же. И после войны вы будете делать то же самое. Ну, как для народа. Mm-hmm. Для народа налоги, гетманцев, финмониторинг, короче, невозможность работать, прокуроры, добыча для СБУ и ментов. А что народ? А народ, вот, выживай. Я вам ничего не должен. Я тут даже поэму написал, я вам ничего не должен. За Зеленского. Mm-hmm. Он хороший парень, наверное. Это говорят. Я не знаю. Ну, а мы судим по окружению, да, обычно человека. Если человек дружит с одними бандитами, все время с ними якшается, ходит, что-то, наверное, даже если он в девочку одет, снежиночку, то, наверное, она мошенница. То же самое и с властью. Если мы видим, что здесь бандита назначил, здесь решалу назначил, здесь решалу назначил, здесь решалу, все проворовались, а ты кто? Воин. Ну, так ты же всех поназначил, не я. Но я никого не могу назначить. Скажите мне, я подскажу, кого назначить, куда. Но даже назначать надо с целью. Даже ту же самую Тимошенко, ее что, задействовать нельзя? Ну, поставь Тимошенко задачу. Юля, хочешь в эти все? Распродай все госпредприятия, выгодно для государства. Даже можешь себе 2% взять. Но выгодно. Но для государства. Распродай все госпредприятия. Она справится. Любой, но получив задание от президента. Почет и уважение, орден даст. Даже плохих людей можно использовать в том плане, чтобы делать реформы, если они способны их делать. А хороший человек без мыслей, ну, может, золотой, я не знаю, ну, больной, шальной, я не знаю. Но если он ничего не планирует, он ничего не предлагает. Я не знаю, что хочет Ермак. Хочет всем управлять. Но на самом деле он хочет управлять Зеленским. Да, он это и делает. И все. Угу. А что он хочет? Он хочет, чтобы держава была такая всякая хорошая. Чтобы мы победили. Это все хотят. Давай чуть-чуть больше конкретики. Куда ты нас ведешь? Давайте ответим на простой вопрос. Зачем вам гетманцев? Это вообще. Гетманцев, да-да. Да, ну так вы перечислили фамилии, что получается? Каждый же день скандалы вокруг этих фамилий. И по большому счету, я считаю, у него сейчас есть, пока он президент еще в этой каденции, у него есть один, по-моему, еще вариант как-то остаться. Уволить Ермака и вообще всех под ноль уволить, и завести тех людей, которые во время войны для страны могут быть полезными, как вы сейчас сказали, знаниями. У диктаторов... Я не хочу подтверждать. У диктатора, к сожалению, как и у Путина, он наткнулся на ситуацию, что он подходит к ситуации, когда не сможет никого уволить. На всех есть компромат. А у них есть на компромат него. На него. Раз ты начинаешь работать с друзьями, они знают твою подноготную. Вот ты начал вопрос с Баканова, там, а чего его не наказали? Ну, он же друг детства, он много знает. Зачем его наказывать? И диктаторы попадают в эту ловушку, когда они никого не могут уволить. И фактически, да они с ними подельники. Ну, как ты подельника-то уволишь? Вон Пригожина Путин не может уволить. Что там они, мозги вместе ели, с девочками, с мальчиками в Африке, ритуалы танцевали. Я же не знаю, кто кому куда лазил. Но он не может его, даже его не может уволить. Диктатор ограничен, он может убить народ. А окружение, оно для него опасно. Надо его держать рядом, а если сменить, какой придет? Может, еще хуже. У меня, к сожалению, заряда остается там 7%. А, понял. Давайте тогда последний вопрос, чтобы успеть.
Что для вас будет победой? Вы рассматриваете вариант какого-то компромисса? Я так понимаю, не рассматриваете. Что будет победой, вообще какой прогноз? По поводу хотя бы режима тишины, окончания войны какой? Я то, что я не хочу. Я думаю, 20% санитарной зоны мы получим. Но после этого возникнет вопрос, нахрена воевали? 20% санитарной зоны, я не думаю, что мы сможем взять Донецк. Я не думаю, что... Дело в том, что они закохтились и будут склонять к вот какому-то гибридному... Но это не мир будет, даже не мирный договор, это решение о том, что больше не воевать, а оставаться в тех же рубежах. И вот эти 20% попадут под санитарную зону. Потому что это единственное, что может продать Путин своему электорату. Я победил НАТО, оставил 20% санитарной зоны. А Украина будет говорить, что мы их не пустили сюда, и поэтому мы победили. А НАТО будет говорить, ну мы же показали Путину всю нашу силу, а Украину так и примем. Поэтому незавидное положение, правда, администрации президента, которая распалила ожидания народа, что они всех победю. Не победю. Во-первых, хорошего решения нет, правда? Себя такие дерзкие, ну да, люди хотят. Но надо не забывать, что у вас же ничего нет. Ни оружия, ни денег, ни нормальных генералов, ничего у вас нету. У вас только сейчас, вас этим всем, вам все это дала Европа и Америка. В том числе и генералов обучила. Вообще все дали. Воюйте. И вряд ли вы в состоянии оценить перспективу, чем это закончится. А ЦРУ, судя по всему, более трезво оценивает перспективу, поэтому ведутся какие-то переговоры, умиротворяются, никому не надо ни ядерных конфликтов, ни вообще конфликтов. Все знают, что Путин сдохнет. Все знают, что в России тоже начнется перестройка чуть позже. Но надо остановить войну и войти в Украину. Вот эту задачу они решают. Остановить войну, войти в Украину и подождать, пока Путин сдохнет. Но нас ждет санитарная зона. Хорошо, плохо это. Но самое главное, что перестали убивать. Тоже важно. Через сколько вы видите, что может ситуация как-то более в прямые переговоры выйти или обсуждение? 1 октября, наверное, туда они склоняются. Потому что там зима будет, не очень удобно россиянам. Они будут более охотливо идти на уступки к 1 октября. Ну и я просто... Знаешь, как-то в воздухе витает почему-то октябрь, и что Зеленского толкают на октябрь. Ты повоюй, повоюй, а там все равно надо будет как-то решать с остановкой огня. Это не знаю, Путину никогда не отдадут эти территории, никогда их не признают. Но остановить бойню надо, потому что мир же сейчас задает вопросы уже Байдену. У тебя сил сколько, у тебя мощи сколько и у НАТО. А не хотите ли прекратить разом весь этот вакханалию? Может, хватит украинцев убивать? Классно, вы их снабдили оружием недостаточно, бросаете в средневековый бой, и там гибнут цвет нации. Да. Поэтому сложные вопросы и для администрации, но они же тоже люди шоу. Надо не забывать, что команды работают президентов, и они готовятся к тому, чтобы красиво войти в избирательную кампанию. Поэтому думаю, что если это все продлится, F-16 появится к весне. А там у нас Рамштайн, не Рамштайн, а в Вашингтоне заседание уже намечено. А если оно на весну в Вашингтоне намечено, это значит пиар-компания Байдена. Мы прямо въезжаем туда, через там 3 месяца будут выборы, через 4. Это значит, Украина участвует в избирательной кампании Байдена. Да. Значит, Байден заинтересован в окончании войны и поражении Путина для американского общества. Как там же праймерис будут потом, да. Да, я думаю, что поэтому постепенно увеличивают градус войны, добавляя более современные средства поражения. Но тут нам придется терпеть, потому что своего мы не накопили. У нас ничего нет. И не было. У нас был миномет 200-й, там гордость Порошенко. Пусть он себе его на голову оденет и ходит. Стреляет в околец. Спасибо, Геннадий Викторович, за содержательный разговор. Да. До новых встреч. Спасибо. События тебе будут развиваться, еще обязательно пообщаться надо будет. Да. До свидания. Удачи, спасибо. Да.